В Рыбинске попал под поезд местный житель, страдающий расстройством слуха. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Тепловоз сбил мужчину, когда тот переходил рельсы по пешеходной дорожке. По словам машиниста, рыбинец на какое-то время остановился. Локомотив продолжил движение, не ожидая, что то же самое сделает мужчина, который никак не реагировал на звуковые сигналы. Позже выяснилось, что у пострадавшего была глухота. В результате ЧП на железной дороге рыбинец получил черепно-мозговую травму. У него также раздроблены кости бедра.